четвертой серии комедийного сериала «Отель Элеон» сотрудникам отеля выдали специальные браслеты. Петр с помощью браслета пытается понять, что нравится Даше, а в ресторане появляется клиент, благодаря которому Костя меняет свою основную работу. Петр становится владельцем отеля, Сеня возвращается в ресторан, а София готовится к свадьбе. Тем временем Михаил Джекович думает, что на самом деле София не хочет замуж и решает ей помочь. Даша в номере находит надувную куклу, очень похожую на нее. Михаил Джекович проводит ночь с Софией, но наутро она делает вид, что ничего на самом деле не было.